контрабасе. Контрабас — это класс. Чтобы целый дом держать в атасе, контрабас в самый раз. Что за дивная музыка льется, а всего-то в четыре струны. Тут не то, что полдома проснется, тут проснется, считай, полстраны. Бум-бум-бум, не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Ой, да чего же чудненько играет, ну талант, мочи нет. Так должно быть, ночью рассуждает обо мне мой сосед. Замолкают тоскливо вороны и таращат вороний свой глаз, когда я достаю пятитоны свой волшебный родной контрабас. Бум-бум-бум, не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Что, поверили в шутку мою, да? Я еще вам не то напою, да нет, нет у меня контрабаса, и ругаться со мною сосед не приходит в пижаме атласной, потому что вот важный момент, я не то что скажу контрабаса, у меня ведь и дома-то нет. Да и джаз я слышал от негра, что поет старые пластинки, а пластинка у тетки в шкафу. Я-то слышал его только раз. Вот тебе джаз, вот тебе джаз, вот тебе джаз. Мне привольно сидеть на вокзале, сидя в тесном заезженном зале, провожая свои поезда, сознавая, что эти составы не вернутся ко мне никогда, что в моем неумытом стакане кувыркается чья-то звезда, что какао не высшего сорта и за высший сойдет иногда, что мечтать одиноко и гордо мне не стоит большого труда. Дай-да. Oh.